И снова всем привет, вы на канале ОНБ. Хотелось бы сразу поблагодарить ребят с автосервиса Pit Stop. Грузовой автосервис Pit Stop. Это на Индустриальной 2. Если кто знает, за домом Мовилю сворачиваем налево и движемся вправо до конца. Здесь не только ремонт легковых автомобилей, также есть цех по грузовым автомобилям. Там чуть дальше, позже я вам это покажу. Ну а собрались мы здесь для того, чтобы показать вам, как же наносить, как это делается, какие-то тонкости на автомобиль мастику антикор. Сегодня мы будем использовать Армаду 8000, это мастика, а также Мовиль 7000. Позже я о нем расскажу. Чем же отличается Армада от других? В отличие от других, в ней состав ингибиторов очень сбалансирован и подобран именно для преобразования и защиты от ржавчины. А что же такое ингибиторы, спросите вы? Простым языком, ингибиторы — это вещества, снижающие активность коррозийной среды или создающие на поверхности металла защитные пленки. В данном случае у нас кроющие ингибиторы, они являются продуктом взаимодействия ингибиторов с раствором, металлом или продуктом его коррозирования. В данном материале мы дали более приоритетное место таким составам, как амины, азотосодержащие гетероциклические соединения, тиолов, мочевины, тиомочевины, сульфатов, альдегидов и других. Не буду забивать вам голову этими названиями, вам это знать не нужно. Вам нужно понять лишь одно, что состав не только блокирует ржавчину, он также ее преобразует в той или иной степени. Это не только подобранный, максимально сбалансированный состав ингибиторов, но также и функциональные добавки, такие как пластификатор, связующих и им подобным. И именно такой состав делает Армаду, а вернее выводит ее на новый уровень защиты вашего кузова. Армада не пересыхает, не трескается на протяжении всего срока службы, не боится ни высокой, ни низкой температуры, а также не боится и резкой смены температур. Ну и, конечно же, очень приятно для гаражников, для больших складов. Хранится материал при температуре от минус 30 до плюс 30. Естественно, это все с запасом. Можно и минус 40, и плюс 50. Ну и по лабораторным испытаниям срок службы такого материала, именно Армады, выше своих собратьев на 45%. Заметьте, я не говорю вам в 2-3 раза, на 45%. Но это хорошая цифра. Устойчив к ультрафиолетовому излучению, а также стойк к механическим нагрузкам и истиранию. Не гигроскопичен, и доля битума уменьшена практически в 3 раза. Здесь я не шучу. Ну и, конечно же, офигенным бонусом является такое свойство мастики, как шумоизоляция. Теперь шум от резины вам не будет так надоедать. А днище при встрече на гравейке, на дороге с какими-то камушками, галькой, которые попадаются и бьют по подкрылкам, по днищу, и был эффект барабана, звон такой, да, сейчас этого звона не будет. Звук будет глухой, приятный уху, и в принципе-то не будет вас раздражать. И последняя такая фишка, это же, конечно, прочный слой и толстый слой. Такая защитная подушка, очень сильная, в отличие от собратьев. Ну а экспресс-ликбез мы закончили, да, и сейчас приступим к практическому занятию, что мы приготовили для сегодняшней работы. У нас 3 Армады и 2 Мовиля. В принципе-то такие наборы есть на сайте Автоспектр. У нас разбавитель, чтобы помыть потом пистолет, сам пистолет антигравийный, также металлическая щетка и, в принципе-то, можно использовать кисть. Ее мы сегодня использовать не будем, но есть у нас в ведрах такой материал, 4 литра ведра, можно использовать кисть. И также пакет, чтобы накрыть машину, не запачкать. Мы накрыли автомобиль, и сейчас нам надо его обклеить, чтобы пленка у нас не задирала. Для чего это нужно? Чтобы, если брызги какие-то будут, то они у вас не попали на машину. В принципе-то дно еще более-менее живое, и пороги, все здесь хорошо, но уже появились такие моменты, вот здесь, машина тебе намекает, типа, эй, биратан, надо уже, пора бы обработать. Сегодня к этому мы и приступим. Ну и для начала самый нудный процесс, это вам нужно очистить детали от ржавчины. Достаточно это сделать металлической щеткой. Мастика уже готова к употреблению, к нанесению. Разбавлять ее ничем не нужно. Можете подогреть, если хотите, чтобы она легче у вас проходила. Здесь есть вот такая крышечка. Если не полностью отработали, то после работы вы можете этой крышечкой снова закрыть. Очень удобно, потому что все уже привыкли, да, что антигравий надо постоянно заклеивать, что-то там мудрить, ничего не надо. Мы придумали уже велосипед. Ну и весь прикол данного состава, что если вы не до конца очистили ржавчину, да, там понятно, нет пескоструили, состав ингибиторов сдержит эту ржавчину, что-то преобразует, что-то просто удержит. В принципе, избавляет вас от лишней работы. Ну и погнали! Но сейчас меняем насадку на Мовиль, на шланчик. И, в принципе, Мовиль тоже готов к употреблению. Если он у вас густоватый, можете немножко его разбавить. Ну, теперь все скрытые полости, лонжероны. Ну и как вы поняли, сначала мы наносим мастику, уже потом обрабатываем внутренние полости Мовилю. Работа очень грязная, поэтому советую иметь одежду соответствующую. В ноздрях везде, короче, все. Сколько нам понадобилось на машину? 3 баллона. Это довольно-таки косметический, но с хорошим слоем обработка. Единственное, мы не обрабатывали колесные арки. В принципе-то, если обрабатываете всю машину с арками, я думаю, 6 баллонов – это самое то, что надо. Как-то вот так вот все смотрится. Посмотрим, сколько будет ходить. А на сегодня все. Ссылочки на Армаду в описании под видео, на сайте autospectr.com по всей России отправляем, а также на сайте Украины и Казахстана. Они тоже имеются, ссылочки в описании под видео. А на сегодня все. Здоровья всем, крепкого настроения, бодрого добра, бабла, хлеба и мирного неба. Да.